Выпускному балу предшествует последнее для выпускников школьное мероприятие – вручение аттестатов о среднем образовании, которые еще называют аттестатами зрелости. Наша съемочная группа побывала в двух славянских школах, где выпускники прощались с тем, что долгие годы было их жизнью. Выпускники Славянского 4-го лицея, их родители, родственники и друзья, учителя собрались в киноконцертном зале «Кубань». Этого дня многие ждали с нетерпением. Это был на редкость волнующий для всех день. Ведь он ставит символическую точку в школьной жизни и открывает перед молодыми людьми совершенно новый жизненный этап. Надо ли говорить, что их переполняли мысли и чувства? Волнительно, немного грустно прощаться со школой, потому что за 11 лет я нашла очень много друзей, и очень грустно покидать это место, но и также очень много надежд и ожиданий от следующего этапа моей жизни. В школе нас очень хорошо подготовили к экзаменам, и я очень довольна результатами своих экзаменов. Надеюсь, с этими баллами я смогу поступить на бюджет. Очень волнуюсь, но в то же время я так рада, что вот все наконец-то пришел этот момент. Очень буду скучать по своим друзьям. Надеюсь, что все будет хорошо, и все поступят, все будет классно, супер. Я получила хорошее образование, очень благодарна за это своим учителям, классным руководителям, родителям. Директор 4-го лицея Ирина Шутенко поздравила выпускников с окончанием средней школы и пожелала им всего доброго. Я знаю, что у каждого из вас есть мечта. Следуйте своей мечте и добивайтесь. Добивайтесь исполнения своих заветных желаний. Потому что от того, как вы распорядитесь сегодняшним аттестатом, зависит ваша вся дальнейшая жизнь. Очень сложно ходить на работу, которую не любишь. Очень сложно выполнять что-либо, что к чему не лежит у тебя душа. Поэтому я желаю, чтобы вы в первую очередь прислушались к себе и выполнили свою мечту. Вручение аттестатов о среднем образовании каждому выпускнику, собравшиеся в зале, встречали аплодисментами. Этот документ – результат большого труда учащихся и учителей. Покидаем школу, новый этап нашей жизни. А мысли, ну как бы весело отметить и как бы поступить. Учителя у нас были действительно хорошие. Когда надо было, поддерживали, старались перед экзаменами как-то создать нам спокойную, доброжелательную атмосферу, заботились, вкладывали в свою работу всю душу. В 12-й школе к выпускникам с теплыми, идущими от сердца словами обратились классные руководители выпускных классов. Вот он настал, это счастливый, радостный день, наш выпускной. Своим выпускникам я желаю только море счастья. Пускай сбываются все ваши мечты. Уверенно идите именно к той цели, которую вы себе поставили. А дорогие наши родители, спасибо вам за все эти приятные моменты, за все эти минуты радости, которые дарили вы деткам. Выпускники подарили всем собравшимся в зале свой танец. Я запомню каждого, кто был со мной. Давайте вместе не будем забывать. Такие от самого сердца слова были в песне выпускников. Конечно, такое не забывается. Yeah.
Эти одаренные молодые люди уже смогли показать себя с лучшей стороны. Накопленный багаж знаний, высокие баллы, полученные на экзаменах, помогут им поступить в высшие учебные заведения и взять жизненный старт. Школьные годы – это прекрасные годы. Я благодарна всем. У меня был прекрасный, классный руководитель, который всегда был рядом, который всегда поддерживал, но и вовремя давал, так сказать, держал в ежовых рукавицах. У нас хороший директор, завуч, все учителя просто прекрасные, давали знания колоссальные, за что я им всем очень благодарна. Благодарна родителям и всем благодарна. У меня прекрасный класс, каждого очень сильно люблю. Люблю нашу школу, считаю ее самой лучшей. Впереди долгий путь, взрослая жизнь. Я поступаю в медицинский университет, уже честно, прям в предвкушении. Хочется скорее продолжать грызть гранит науки. Честно, чувства только положительные. Очень рада, довольна. Такой, правда, трогательный очень для меня день. Смело могу сказать, что моя школа дала мне прекрасный старт в жизни. Люблю всех моих учителей вместе и каждого по отдельности. Всю мою школу. Я уверена, что те знания, которые я получила в стенах этого заведения, помогут мне еще не раз на протяжении всей моей жизни. Выпускники благодарны своим учителям, своим родителям. Они уверены в себе. Они без страха смотрят вперед, потому что за ними будущее. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».